Всем привет, чувачки, с вами Олскел. И сегодня я впервые в своей жизни... Я не шучу. Я установил себе Roblox. Мне кажется, я не по той дорожке иду. Я пропустил тот момент, когда все начали играть в Roblox, когда все начали снимать Roblox. Я ничего о нем не знаю, прям без шуток, вообще ничего. Я только знаю, что там такие человечки. Еще клип такой был. Больше ничего не знаю. Поэтому я сегодня зарегистрировался на сайте Roblox. Вот так вот я по-чмощному выгляжу в 3D, что? О! Витринный образец какой. Я не знаю, а тут можно как-то менять это все? Так, креатор... Ой, сложно, ладно, пофиг. Короче, я тут немножко вот так вот полистал. Тут, насколько я понимаю, разные карты или игры, или еще что-то такое. Вот тут что-то радужное, бежать нужно, наверное. Я не знаю. Я видел какой-то ролик на Ютубе, что есть Among Us Roblox. Это что такое вообще? Что это за смесь такая? Что это за скафандр под спинами? Слушайте, ну с виду это выглядит как какой-то неправильный Among Us или Among Us в 3D. В 3D? Поэтому давайте попробуем. Я не знаю, тут что-то есть, вот пальчики вверх. Это, наверное, значит какое-то мнение, типа 84% людей проголосовали, что им нравится эта игра. Так, ну это неплохо. Давайте поиграем тогда в первую, потому что там она первая, и на ней очень много голосов. Что надо делать? Боже, не на ту я дорожку свернул, ребята. What the fuck? Что я наклацал уже? Мне кажется, я сломал Roblox. Да? Нет? В смысле, я привидение? Я только в игру зашел. Вы что, приколдесы такие? Алло? Прекрасно. Я зашел на 15 секунд поиграть, я уже проиграл. Мы выглядим как какие-то лего-человечки на самом деле. О, прикольно. То есть Roblox это по идее типа лего. Надеюсь, да, я правильно все понимаю. Так, что это? Так, это кнопка какая-то. О, что? Непонятно, что делать. До начала игры осталось 17 секунд. Хорошо, ждем. Так, игра началась. О, боже мой. А, я сразу предатель. Какая-то падла заняла мой ник, поэтому я Милскел 2. Я предатель с самого начала. Почему меня так везет? Я не понял. Я сейчас спалюсь, потому что... Ой, что это за маленькие такие чувачки, за ними бегают? А что у меня на весь экран что-то написано? You are imposter. Ну так я знаю. Может вы не будете писать на половину экрана? О, так, стоп, я могу убить, да? Оп. Я убил, я убийца. Так, Е. Что дальше? Е. А, ой, ой. Это вентиляция. А как это с экрана убрать? Как мне... А, пропало, ладно. Так. Нашли тело, что? То? Так, я убийца. А почему я красным не говорю? Стоп, что происходит? Они там общаются? I have scan. I have труп. О, русский! Зеленый. Сразу будем просто сливать зеленого. Это, кстати, да, второй импостер. Вот. Ой, я такая крыса. Я на самом деле ничего не понял, как мы сейчас играем. Что тут делать нужно? Наверное, нужно поиграть не только в Among Us. Нужно еще что-нибудь посмотреть. Но... Забавно. Green. Когда... Когда англичане тебя не понимают, и ты на русском пишешь, типа, зеленый, а потом, а, они же не понимают, напишу green на русском. А, стоп, мы вдвоем остались, вот green. О, привет, привет. Виталя, привет, тост, 1985. Это сколько тебе, это тебе 35 лет, приколдес. Пошли убивать, давай я тебя убью, хочешь убью? Двери закрыли, о май гад, что делать? Сейчас убьем розового. Ой, розовый, сори, конечно. И мы выиграли, я не знаю, нормальная катка. Я не разобрался, если что, я не понимаю, что такое Roblox до сих пор. Но забавные лего-человечки, однако. Давайте еще одну каточку, я хочу разобраться, что тут вообще нужно делать. Пока что я понял то, что он только смешно бегает. Что тут можно делать? Так, оп. На старт, внимание, марш. О, игра началась. Так, я, значит, обычный член экипажа. Кто-то из них импостер. Нас всего лишь 8. Это плохо, надо 10 человек, чтобы было 2 импостера. Так, ну будем сейчас подозревать людей. Ну, я английский немножко знаю, я знаю то, что хотя бы green пишется на английском, а не на русском. Так, может, розовый предатель? Ну-ка, она там что-то залезла куда-то. Ой, можно, кстати, с кем-то ходить, и тогда мы выживем. Ну-ка. О, тут задание же есть. О, старт. Тут реально задание, то есть как в Among Us? Да ладно. Она реально выглядит как в настоящей игре. Это Among Us. В 3D получается. Офигеть. Ставьте пальчики вверх, если вы хотите, чтобы я записал с друзьями Among Us или даже с вами. Я там возьму, как-нибудь придумаю, как это все сделать. Ставьте пальчики вверх, если наберем 100 тысяч лайков. Да, вот такая вот жируха. Тогда я сниму Among Us вместе с вами. А сейчас я просто не понимаю, я тещу, что такое Roblox. Ну, неплохо, так я выполняю, меня до сих пор не убили. Неплохо. What the fuck, what the fuck?
кого-то убили. Так, со мной был розовый и белый со мной были. Так, то есть мы, допустим, троем нет. Так, что там? Who is red? За red голосуем, давайте. Окей. Чё я? Русские такие смешные. Чё я? Go red. Они понимают, за меня кто-то проголосовал? Зеленый за меня проголосовал и меня выкинули? Стоп, я не понял, а все проголосовали? What the fuck? А, стоп, никого не выкинули. Я понял, свет выключили. А куда бежать, чтобы свет починить? А вот. О, мы сейчас бежим, получается, свет выполнять. Но если что, я с черным. Вроде бы один импостер. Я надеюсь, нас не убьют сейчас по пути. Как же круто выглядит на самом деле. А как открыть? Как открыть? Не понял. Двери заблокировали. Так, аккуратно. Шифтуем. Вроде бы тут никого нет. У меня еще куча заданий, которые нужно выполнить. Вот они у меня, я так понимаю, серым подгорают. Жопа у меня подгорает. Я не понимаю, что мне нужно делать. Так, я... Что я делаю? Ни хрена себе! Что это сейчас было? Ах ты крыса! Ах ты черная козлина! Или серая, стоп. А что тут серый цвет? Это странно. Все, до свидос. Короче, прикольно. Мне понравилось. Можно будет как-нибудь записать даже такой монкаст. Ставьте пальчики вверх, пишите в комментарии. А я вообще хочу посмотреть, что такое Roblox и что тут интересного. Супер биг паркур обби. Звучит хайпово. Стартуем. Так, тут, я так понимаю, мы сейчас будем паркурить. А теперь мы шарики, да? Слушайте, ну давайте проходить паркур, я не знаю. Оп, прыжок. Паркур в Roblox. Блин, это получается как Майнкрафт, только немножко какой-то он странный и страшный, если честно. Ну, мы реально выглядим как какие-то лего-человечки. Голова как у лего-человечка даже. Мне кажется, создатели явно вдохновлялись наркотиками. Лего. Я хотел сказать лего. Так, прыжок. О, паркур. Майнкрафт. Ну, приколдес на самом деле. Я не понимаю просто. Я бегаю, прыгаю. Ой, я умер. О, мой бог. О, мой бог, черт возьми. Ой, ля. А что надо было? Так... Опять. Ля, ты крыса желтая! Тут надо, короче, выбрать, я так понимаю, цвет, да, на который можно... Опять я на желтый прыгнул. Нужно прыгнуть и выбрать правильный цвет. Синее. О, ах ты ж синее. Окей, все, дальше нужно проходить по тонкой линии, но это я умею. Это все нормально. Как мне нравится Roblox. Что здесь нужно делать? Что за красные штуки? Непонятно, просто для красоты получается. Ладно, проходим паркур. Так, тут тоже что-то странное. О, люблю жить. А, трындец, тут огромный паркур, тут карта такая большая. Так, ну проходим. А, что? Так на красный ступать нельзя? Это изи. Что за детская игра просто? Ну да, какая другая. Мы тестим, что это такое вообще странное. Я паркурист. Ну, слушайте, в это позалипать можно. Мне кажется, если бы не было Майнкрафта и Монкас, я бы в это только и залипал. Ого! Тут блоки пропадают, получается. Нифига себе! Это можно с друзьями на скорость проходить и делать разные челленджи. Роблокс, где ты был раньше? Когда у меня были друзья? Ой, а мы что, почти пошли уже? Я думал, как-то карта побольше будет. Так, а это у нас батут. Что надо делать? Так, я понимаю. Ага, нам вниз. Ура! Так, следующий паркур. Оп. Я мамкин паркурист, посмотрите. Я в Майнкрафте просто офигенно паркурю, поэтому для меня это не сложно. Напишите в комментарии, может, есть какие-то интересные карты в Roblox, которые можно поиграть. И вообще, кто играет в Roblox? Есть такие люди? Я знаю только то, что все в Майнкрафт играют. В Roblox кто-нибудь играет или просто меня все попросили, потому что интересно посмотреть, как это. Как какой-то дурачок будет паркур проходить. Это сейчас как произошло? Не, мне как-то больше Монкас зашел, честно, что-то сложно. Не, все, я устал, честно. Сори, до свидос. Где мой любимый Монкас? Давайте просто выберем другую карту. Вот, допустим, на это 85% мне нравится. Так, давайте попробуем. Выглядит очень мультяшно. Сейчас посмотрим, как мы там будем выглядеть. Вау! Почему я опять умер? Почему? Я всегда буду сдохшим, я не понимаю. Я опять только зашел на карту и уже умерший. Но выглядит очень красиво, мне нравится так. Мне единственное интересно, как выглядит задание. Именно три... Ух ты, паутина, здравствуйте. Поля, подойди, пожалуйста. Ой, как красиво выглядит. Я играю в Roblox. Смотри, это Among Us. До чего жизнь докатилась? Смотри, похоже на Among Us, только в 3D. Чуть-чуть. Да. Это же космос, скафандры, столовая. Скажи, круто выглядит. Мне кажется, очень пластилиновая, не хватает деталей, так нормально.
Есть там карта, где очень много деталей. Просто что-то я в другую зашел. Дебил. Давайте, если на этом ролике будет много лайков и комментариев, то мы с Полиной запишем. Запишем? Вот если наберут, то запишем. Все, хорошо. Мне просто интересно, мне кажется, вдвоем будет классно в это поиграть. Мне дадут пожить? Я хочу не просто летать, дайте мне, пожалуйста, пожить. Мне кажется, импостер там никого не убивает. А нет, убил. О, катка сейчас будет, да? Да, хочу катку. Зашел в Roblox, буду играть в Among Us. Ой, а тут прикольно. Да, единственное, пластилиновое это все выглядит, но как бы неплохо. О, все, катка начинается, я не импостер, ладно. Один раз был, уже хорошо. Кто-то из них импостер. Пойдемте выполнять задание. Сейчас посмотрим, каково здесь выполнять задание. Разные карты, совершенно разная графика. Это так странно. Так, юз. Тут один в один. Ну, буквально только как-то галимий нарисовано, но все равно круто. Так, в электро какие-то задания есть. Ой, там саботаж. Блин, реально. Я хочу с вами поиграть. Если кто-то играет в Roblox, это будет очень круто. Так, оп. Оп, офигенно. Так, а тут есть еще задание? Нету. Чувствую, мы сейчас проиграем. О2 выкачивается. Кислород заканчивается, ребята. А я бензин выкачиваю. Не, мы сейчас реально проиграем, там уже. Там всего лишь один из двух заполнили. Ребята, я не успею добежать, мне уже плевать. Так, мы сейчас умрем. Ну-ка, камера. Ой, а тут не такие камеры. Все, мы проиграли, круто. Бабо. Никто не побежал. Катка говно в итоге получилось. Так, заново. О, тут есть у кого-то золотая шляпа. Охрененно смотрится. Так, ноутбук. Тут можно цвета поменять? У вас ничего нет, вы нищеброд. Спасибо. А, тут можно цвет поменять. О, я буду красным. Красный, как всегда, импостер. Давай. Нет, неправда, я не импостер. Так, все выполняем задание. Если будет саботаж, то нужно сразу выполнять саботаж, иначе опять проиграем. Ой, дурацкое задание. Нет, тут такое же... Ты чё, охренел? Ты как посмел вообще? Ах ты, крыса! А кто был, я не заметил. Синий вроде бы, да? Так, все, покинуть игру, спасибо. Классно, жить. Какие Among Us здесь есть еще? Так, Among Us. О, тут вроде бы сейчас вообще будет один в один, да? Судя по превьюшке, сейчас реально будет один в один, плюс хорошая эта оценка. Вау, ого. Эпично. О, офигеть! Какие мы крутые! Что произошло? Так, я какой вообще цвет? Так, я розовый. Так, мы играем в Among Us, но он 3D. Прикольно. Так, ну он какой-то тоже пластилиновый, но выглядит очень круто. Выполняем. Тутти-футти, какая ты маленькая крыска. Смотри, какие мы. Все очень пластилиновые, да, такое? Не, сейчас нормальные. Это за господа Among Us или что это? Я не понимаю. Короче, насколько я понимаю, напишите, поправьте меня в комментариях, если я неправильно говорю. Тут можно делать разные карты, можно какие-то текстуры загружать, 3D-модельки, и потом можно создавать разные карты и тому подобное, типа разные механики. Ты все равно играешь, типа, в мафию. Тут да, потому что так сделали. Но так получается, что у нас, типа, это сделали под Among Us. Я так... не понимаю, все равно. Сложно. No pink. На меня сразу бочка там катит, я отвлекся. А, стоп, я не проголосовал, что ли? Я за зеленого проголосую, потому что он за меня решил проголосовать. Yes, pink. No. Меня выкинули? А, нет, стоп, все, нормально, скипнули. Смотри, какие мы. По-моему, это мило, да? Я не знаю, это так прикольно. Смотри, сейчас буду стрелять. А, тут также стрелять. Не знаю, наверное. Мы с тобой 100% это записываем. Ой, тут еще карта прикольная. Ой, это я типа мусор выбрасываю. Что? Ах ты, крыса! Еще и саморепортнул. Ля ты крыса. Кто писал пинг? Пинка убили. Ну-ну. Грин. Ну-ну. Это русский, если что. Он до этого там писал что-то сверху на русском. И зеленого выбросили. Потому что он за меня голосовал. Падла. И он не импостер. А призраки могут выполнять задания? То есть тут реально как в обычном Among Us. Карта классная просто. Очень выглядит прикольно. Ой, тут уже как-то проработанно все выглядит. Да, я могу выполнять задание как призрак. Тут все выглядит как Among Us. Это так прикольно. Почему я раньше не думал о том, что тут можно поиграть в Among Us? Я смотрел разные другие игры, где можно в 3D поиграть, и ничего нормального не было. А так, оказывается, вот тут. Among Us в 3D. Мне интересно только, как выглядят импостеры, которые прыгают в люке. Это же, наверное, очень круто. Импостер вин. А что, если я сейчас буду импостером? Ну-ка, play again. Так, чтобы купить эту повязку, нужно заплатить $1200. Что? То? Здесь нужно какую-то внутреннюю валюту еще закидывать. Да вы охренели. Сейчас меня разорят. Начало игры. А, я обычный член экипажа. Так неинтересно. Поэтому давайте посмотрим что-нибудь еще. Что здесь есть такого интересного? Майнкрафт. Тут есть Майнкрафт? Майнкрафт 4. Ну-ка. Ну-ка, запустить. Сейчас мы в Роблоксе играть в Майнкрафт. Йохана баба. Реально, что ли? Ой.
Ой, 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 ой. Что тут происходит, блин? Дайте выбраться, я хочу уйти. Так, это что-то очень странное. Ой, ой, это все, что все бьются? Идите в жопу, идите в жопу. Мы как-то через текстуру ходим, я не понимаю, почему я такой низкий. Ля, это реально Майнкрафт. Ну-ка, срубаем блок, потом собираем блок. Это Майнкрафт в Роблоксе. Что тут еще есть интересного? Ну-ка, под собой можно? Под собой нельзя строиться. Угу. Это странно, мне кажется, карта говно просто. Почему я раньше в Роблокс не играл? Это же реально прикольно. Так, что тут есть из популярного мнения? Если честно, непонятно тут ничего по превьюшке, потому что я не разбираюсь. Я первый раз как бы. Color Block, ну-ка. Это вроде бы я знаю, что это. Это мини-игра, как в Майнкрафте. Ну-ка, попробуем. А почему мы такие разные? Я как будто после лета не вырос, а девочка выросла. Почему мы разного роста? В смысле? В смысле? В смысле? Алло, чё мы прыгаем? Ладно, весело. Все ребята играют, а я это... Чё это такой урод? Ля, а как ты туда... А как они туда залезли? Иди сюда, я тебе на голове попрыгаю. Оп, оп! 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 Чего? А как это сейчас произошло? Как я сюда залез? Здравствуйте, здравствуйте. Я, мне кажется, у вас баг обнаружил. Так, игра кончилась, сейчас я буду играть. Это, я так понимаю, нужно просто на правильную цветовую панель становиться и таким образом выигрывать. Так, игра начнется через 10 секунд. Давай, поехала, поехала, поехала. Нам нужно сейчас стать на браун. Браун это коричневый, вот, все, стану кому-то на голову. Ля, я крыса. Дальше нам нужно стать на белый. Это изи, давайте я стану на голову. Приветики. А мне это нравится, прикольно. Так, блу, это несложно. Все, давай. Оп, я буду у всех на голове стоять. Это моя привычка. Вредная. Light red. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот он. Да, да, скажите. Да, какой я молодец. Один единственный прибежал. Могу. Так, dark red. Это вот этот вот. Нет, это коричневый был. Блин. Дальтоник, блин. Ля, прикольно. Тут столько режимов. Выглядит уже как реклама Roblox. Но мне просто так зашло что-то. Я не ожидал, что он Roblox настолько интересный. Я на самом деле думал, что, знаете, это типа игра для детей, которая с голимой графикой. А тут столько прикольного и интересного есть. Настолько много режимов. Марио. Я уверен, что Марио даже есть. Нет, Марио нет, но есть Соник. Ну-ка, вот Соник. Это что такое? Русский сервер еще. Ну-ка, давай, плей. Что нужно делать? Поехали, поехали, поехали. Офигеть. А что нужно делать? Я так понимаю, вот тут старт. Тут есть кольца. Какая огромная карта. Я, правда, не понимаю, что здесь нужно делать. Наверное, тут просто, ну, бегаешь и все. Типа, у тебя есть ускорение. Ну, так еще могу крутиться. И почему-то я белый. Что за расизм? Странно. Ой, ладно, допустим, есть Соник, ну и что? Ты просто бегаешь всю карту, все. А, ты должен, типа, набрать больше, чем у других колец. Я смотрю, там у кого-то 400, а у меня 50. А-а-а, так вот что. Да, реально, тут просто топ нужно занять и все. А, так, ну блин, изи. Короче, ребят, мне кажется, одному снимать прикольно, но вместе, если с кем-то будет интересней, мы найдем какие-то карты, пишите в карты в комментариях и будем что-нибудь играть. Если вам, конечно, понравится Roblox, потому что игра, как по мне, интересная. Тут можно играть как минимум в Among Us в 3D. Я очень хочу поиграть со своими друзьями в это все. Поэтому, если понравился ролик, обязательно ставьте пальчики вверх. С вами был Мелскел. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.